Шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников задержаны сегодня сотрудниками уголовного розыска в Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. Помощь силовикам в поимке беглых дагестанских преступников оказал пастух из Калмыкии. Теперь он получит за это 1 000 000 рублей от дагестанских властей, сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Напомним, ранее стало известно о том, что 23 сентября 6 заключенных сбежали из колонии строгого режима в поселке Шамхал. По данным официального источника в МВД, они сбежали по самостоятельно вырытому тоннелю. 4 из них были приговорены к длительным срокам за наркотики, 2 – за убийство.